Детям праздник не обязательно ждать 1 июня. Так считает компания «Эльдорадо Терра», которая торжественно открыла детскую площадку в своем новом жилом комплексе на Чеканах. Сегодня мы торжественно открываем детскую площадку. Мы закончили строительные работы внутри Первого кольца. И в ознаменование окончания строительных работ мы решили сделать детям вот такой подарок. Сегодня очень важно сохранять семейные ценности и делать все для того, чтобы воспитывать нормальное, здоровое поколение. Именно поэтому в нашей площадке мы совместили три площадки для деток поменьше, постарше и для самых старших. И есть небольшая зона для мамочек с колясками. Это сделано умышленно для того, чтобы маленькие дети видели, как старшие дети развиваются, занимаются на тренажерах, на турнике и пытались их повторить, скопировать, и чтобы у нас росло здоровое поколение. Мы очень много вкладываем в это. Мы очень заботимся о наших детях, о детях наших жильцов. Как вы знаете, мы построили детский сад. Это первый в Молдове за 25 лет построенный детский сад площадью 1500 метров. Он будет в 9-м блоке. И мы очень хотим, чтобы все детки, которые живут в нашем комплексе, были счастливы. Как и положено детскому празднику, открытие получилось шумным и веселым. Мне 5,5 лет, и мне очень весело. Хорошо, что вы сюда пришли. Здесь очень красиво, хочется здесь жить. Площадка достаточно надежная, на ней можно заниматься как и детям, так и взрослым. Она достаточно крепко стоит, очень удобно и уютно заниматься. Тут все есть, и брусья, и турник на все группы мышц, и шведская лестница. Вот. Это главное желание, и все получится. Искал по ряду преимуществ, чтобы было все островок, чтобы меня устраивало расположение и, конечно же, по цене. По всем этим параметрам я остановился на Эльдорадо Терра. Был очень грамотный подход к клиенту. Предоставили, собственно, договорились о всех деталях. Ну и последнее слово было за этим молодым человеком. Ему понравилось, он сказал, да, мы берем. Я молился чистый апартамент, до речи, Acele ce au promis s-au făcut în timp și cu o calitate bună. Dacă, sincer, nu m-am așteptat că o să fie atât de bine. Copiii sunt bucuroși și e foarte frumos. Doresc ca apartamentele care s-au luat să fie unice și sigure pentru mulți, mulți ani. Стоит отдать должное и партнерам Эльдорадо Терра, компаниям Зиккурат и Тандем. Мы очень рады быть партнерами в этом проекте с Эльдорадо Терра. Как вы хорошо знаете, дом может быть крепостью, если он изготовлен из качественных материалов. А качественный материал – это Зиккурат Маркет. Будем очень рады вас видеть в наших магазинах. При обустройстве дома главное создать атмосферу уюта. Мы создаем мебель, которая может вписаться в любой интерьер. Мы приглашаем всех жильцов Эльдорадо Терра посетить наши магазины. Открытием и, конечно же, всех жильцов и Чекана, и, конечно же, города Кишинева. Считаю, что это потрясающе.
хочется жить, пребывать, гулять с детьми, просто наслаждаться жизнью. Конечно же, пожелать хочу самое главное – крепкого здоровья, счастья, любви, и чтобы это новое жилье, новое место принесло только самое лучшее, светлое и доброе в вашу жизнь. Яркие выступления звезд, танцы, сладкие угощения, сказочные персонажи, а в заключении – конкурсы и приятные подарки от Эльдорадо Терра, Акватерра Wellness and Spa и компании Зиккурат. Такой праздник действительно запомнится надолго, как детям, так и их родителям. По крайней мере, расходиться не хотелось еще очень долго. А не это ли главное для дружного двора?